Я человек дачный, так урожайный был, хороший был, все было в меру. И этот, и вообще, и зима хорошая наступила. Этот год для меня был самый хороший, счастливый. Моя дочка стала мамой. У нее сыночек, Степашка. И я очень рада за ее такое счастье. Вышла замуж, родила ребеночка. Я попал в черную полосу в своей жизни. Финансовые затруднения. Как собираетесь решать в новом году? Собираетесь ли решать? Думаю, что Дед Мороз подарит мне удачу. С внуками. Ну, веселыми праздниками, хорошей учебой. Я рад, что в этом году проходил у нас чемпионат. По футболу, да. Самое главное, все здоровы, все живые. Пенсию вовремя дают. Во-первых, у меня родился 4-й внук. Это замечательно, потому что самому старшему у меня 22, а теперь этому уже годик. Это самое главное. А второе, наш женский клуб «Росинка» принимал участие во многих городских мероприятиях, чему мы очень рады. И спасибо Наталье Григорьевне Добрянской, которая организовала такую огромную силу женского движения в Новочебоксарске. Ну и в-третьих, наверное, то, что наш город все-таки самый красивый. Из года в год. И я считаю, желаю ему быть еще лучше. И всех поздравляю с наступающим Новым годом. Ребенок в садик пошел. Для нас это событие. Очень такое приятное, значимое. Нет, не в садик. В садик же мы пошли. А так вообще все в жизни хорошо. Нет, все замечательно. Всех с наступающим. Всего хорошего, здоровья, счастья, близки всем. Год как год, хороший, ничего плохого не случилось. Вот сейчас вот привыкли все говорить, вот, 2018 плохой, скорее бы он ушел. Да нет, это как бы все неправда. Обычный год и горе принес, и радость принес одинаково. Так что все хорошо. Устроился на работу в садик, учу детей. Вот этим, наверное, запомнился. Обучением детей чему-то важному.